Депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Вторыгина продолжает посещать социальные объекты нашего региона. Напомню, с рабочим визитом она уже побывала в поселках Искатели и Красная и осмотрела комплексный центр социального обслуживания. Эта сфера депутату знакома очень хорошо. Помимо законотворца, Елена Вторыгина является еще и представителем постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств, участников СНГ по социальной политике и правам человека. Первым делом депутат Госдумы пообщалась с коллективом учреждения. Она отметила, социальный работник – одна из самых благородных профессий во всем мире, поэтому их труд всегда оценивался высоко. Представители комплексного центра, в свою очередь, заверили, условия труда их полностью устраивают. Затем Елену Вторыгину ознакомили с работой социального центра. Ей показали лечебные комнаты, медицинские кабинеты и различные комнаты отдыха. Позже депутат посетила первую общеобразовательную школу. Законотворцу продемонстрировали обновленный актовый зал, который реконструировали этим летом. Помимо этого устроили экскурсию по учебным классам. Первое, что бросается в глаза, это дети. У вас изумительно красивые дети. И такие пытливые, умные взгляды, и открытые очень ребятишки. Меня вот это вот поразило, что в детском саду я вчера посещала, что школу сегодня. И вот это тоже наверняка замечательно. Может, уже у вас примелькался взгляд, я свежий человек. Потом мне очень нравятся педагогические составы школы, вообще педагоги. Они живут в школе, что в детских учреждениях, что в школе. Они просто этим живут. Также Елена Вторыгина отметила высокую готовность местных образовательных учреждений к новому учебному году. К примеру, она сказала, что в Архангельске с этим все скромнее. Помимо прочего, депутата приятно удивила новость, когда ей сказали, что в наших школах дети питаются бесплатно.